Леш, с победой. Матч выдался интересным, для тебя результативным. Расскажи, как все это было. Спасибо за поздравления. Да, матч был интересный. После нагрузок очень тяжело даются игры, да, но мы пройдем через это, да. Еще осталось несколько дней в первом сборе, и потом спокойно отдохнем и будем готовиться ко второму сбору. Первые дни сбора самые тяжелые, правда? Да, очень тяжело первые дни. Много бегов, много футбола, да, но мы справляемся. И есть для этого восстановительные мероприятия, да. Мы подготавливаемся к игре. Сегодня выиграли. Ну вот сегодня у тебя получился пас плюс гол. Расскажи про передачу голевую и про гол. Ну, оба момента очень простых, считаю. То, что первую атаку очень хорошо нашли Тимур Сулейманов. Передачу он поставил мне. Я отдал свободную зону Ладу Сарвери, да. И он забил. Второй гол. Я просто добежал на дальнюю штангу. И Марио выдал хороший пас. Я забил. Как атмосфера в команде? Как ветераны тебя не давят, не душат? Да нет, атмосфера очень отличная. Старший партнер по команде себя подсказывает, да, поддерживает, если что-то не получается. Ну, где надо, пихают, ну, поделают столько. Помогает то, что много молодежи все-таки в команде, да? С ними, наверное, больше общаешься? Ну, конечно. С многими парнями я уже прошел всю академию, да, и здесь это очень помогает. Много общаемся. Вместе отдыхаем, восстанавливаемся.